Всем привет, ребятки! С вами Борода. Впереди нас ждет остров и плачущий мост. Потихонечку, быстренько все зачищаем и разведываем новую локацию. Я знаю, мы на ней остановились, вы хотели ее увидеть в прошлом выпуске, но мы посмотрим ее в этом. Не нужно расстраиваться. Сейчас мы убьем только вот этого вот лучника. Отлично, и все. В принципе, для меня вся проблема этой карты сейчас, вот этого моста, этой локации закончилась. Потому что единственная, самая большая сложность, это, конечно же, это баллистическая установка. Убивая баллисту, ты с легкостью убиваешь всех остальных. Хорошо. С легкостью убил и я его. Отлично. Еще один заряд, и он умирает. Отлично. Так, собираем. Отлично. Отлично. Меньше слов, больше дела. Так, хорошо. Кузнечный камень. Ага. Ну все, мост мы отвоевали. Мост мой. Хорошо, тлеющую бабочку я забрал. Мост я забрал. Тлеющую бабочку я забрал. Супер. Там с него какой-то лут упал. Хорошо. Все. Так, ну и там один остался, но я думаю, он и так будет разочарован. Пошли. Потому что явно он придет, а здесь все его... дружественные отряды убиты. Он остался один. И что он скажет своему начальнику, никто не знает. Так, а тут бабочка будет ли еще? Будет. Хорошо. Пошли. Так, вижу там какой-то ход. Но есть ли плохой проход? Не знаю. Так, нет, с этой стороны нету явно. Плачущий остров. Что же он из себя представляет? Забрал. Так, что у нас тут за дама? Кстати, возможно, это та девочка, которую ищет рыцарь из круглого стола. Помнишь? Эй, кто здесь? Прошу, удели мне минутку. Меня зовут Ирина. Я сбежала из замка Морм, что на юге. Местные слуги подняли бунт. Точно не знаю, что произошло. У меня с рождения слабое зрение. Но клянусь, что слышала страшные вопли, разносящиеся по всему замку. Мой добрый отец тайно вывел меня оттуда, но сам решил остаться. Сказал, что это его командирский долг. Окей. Я опасаюсь за жизнь отца. Слуги впали в ярость, их переполняет ненависть к нам. Они убили моих спутников, всех до единого, никого не пощадили. Боюсь, в замке Морн дела идут плохо. Умоляю тебя. Отнеси это письмо в замок моему отцу, не откажи в любезности. Я лишь хочу, чтобы он сбежал, даже если это запятнает его честь. Пожалуйста, я не переживу, если он пострадает. Тогда, пожалуйста, возьми это. Окей. Отнеси письмо моему отцу, который остался в замке. Не откажи в любезности. Хорошо, у меня два вопроса. Первый. Это, получается, были ее слуги. Я их добил. Всех, кто остались. И второе. Она слепая. Как она написала письмо? Хм. Любопытненько. Так, обычно в таких вот переходах есть облава. Давайте-ка посмотрим. Так, ну и там опять-таки часть ее охраны, я так понимаю. Или же это слуги наоборот. Не пойму. То ли слуги, то ли охрана. Одно из двух. Но они больше похожи на ее спутников охрану. Ё-моё. Ё-моё. Неожиданно, неожиданно. Окей. Для начала так. Потом. Вот так. Недолет. Недолет.
Долетел. Убил. Хорошо. Мерзкая гиена. Собака, тебе здесь не место, ты понимаешь? Суслик японский. Взяла мне хп, сбила. Все испортила. Зачем? Просто я, ну, их тут много. Это будет тяжело. Я сразу говорю. Я ж как бы разбираюсь. Я не первый день играю, правильно? Я ж надеюсь, ты не братанов зовешь, да? Побегаем. Дурак, что ли? Плохо дело, плохо дело. Волчонки, помогаем. Не надо. Не надо. Давай быстрее бросай свои файеры. Ну, волки уже умерли, все, да? Плохо дело. Да куда ж ты триггер свой кидаешь? Дурак, что ли? Дурак, что ли? Разбушевался. Чё ты так псешишь? Успокойся, выдохни. Помедитируй. Все хорошо, все прекрасно. Жизнь отлично. Чё псешить так? Ужас. Мне бы флягу кто восстановил. Было бы просто супер, я вам так скажу. Иначе еще придется на пробежку играть. Я не хочу пробегать. Можно же покачаться нормально тут. Там что-то лежит, не вижу что. Ну, тут, видишь, посильнее будут ребята. С одного удара не умирают. Так, там кто-то новый. Что-то там рубают. Смотри, в мясо. Просто в мясо. Сундук вижу. Моргенштерн. Ну, Моргенштерн, привет тебе. Привет тебе с Элден Ринга. У тебя здесь есть явно фанаты. Я хочу забрать все-таки. Иди в сраку. Я просто хотел забрать. И все. И смотри, какие. А то не успел забрать. Ну да ладно. Забрал. Давай, 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 да хорре! Отлично. Вот, могучий залп. Это пригодится, это неплохо. Это симпатичненько. Хорошо. Так, кострик, руна, благодать. Отлично, пошли сначала сюда. Это, кстати, наверное, просто обломок руны. Да. Ничего сверхъестественного. Так, ну тех пацанов мы пробежали, но хотелось бы все-таки кого-то с них и убить. Правильно. Пробежать неинтересно. Так, там наверху есть, но обломки, я пока не понимаю фишку с этими обломками, что с них делать. Можно ли с них делать руны? Если с них можно было бы делать хотя бы руны бедняка, то это было бы, конечно, имбово. Так, все, это я пошел не туда. Кто это? Ты чё, козёл? Серьезно? Отлично. Ладно, там черепок или тоже обломок? Не, тоже обломок. Ребят, напишите, что вы делаете с этими обломками рун.
Пока нету ни малейшего представления, что с этим всем делать. Но зачем-то оно есть в игре, значит, что-то с ним все-таки можно сотворить. Окей. Так, сначала раздавим, заберем. Ну вот куда ты круг вот этот дал? Там кто? Ухо-хо-хо-хо! Мощнейший какой-то всадник. Страшный, мощный. Так, но я пока благодать, пожалуй, возьму. Он на льве! Он на льве, серьезно? Ни хрена себе. Сколько здесь всего? Это жесть, конечно. Так, торговец, вроде торговец. Почему торговцев никто не трогает? У них же по-любому что-то можно замутить. Так, продаешь или покупаешь? У этого товара много, но... А, я продаю. А, я уже обрадовался. Так, ну, мечевидный за 2000 я, конечно же, куплю. А что тут еще? Болты для баллисты. Я не знаю, зачем я стрелять с них не могу. Поэтому... Разве что для арбалета, но вряд ли с легкого арбалета можно запулить баллистический болт. Так, доспех, доспех, баланс 14, но сколько? 8,8, 2,9. Ну, тяжелый. Тяжелый, наверное. Потяжелее, чем у меня. Или нет, не знаю, сейчас посмотрю. Так, что у меня? Нет, у меня тяжелее. Ну ладно. Так, в какую сторону здесь получается замок? Так, по этой тропе есть впереди камень, значит мне туда. Пока рыцарь на льве пошел в ту сторону, я могу пройти, вон вижу. Заберу, чтобы наконец-то у нас окрестность-то открылась, и мы могли понять, куда нам, где этот замок. А, вот, кстати, и замок. Ого, боже ты мой. Что это было? Я обосрался. Это гарпун? Серьезно? Это... Ни хрена себе, я, пожалуй, вот тут вот стану. Ого. Реально, я такой только в карту зайти. Слышу страшный, страшный звук. Ну, ты тоже, в принципе, слышал. Я еще и в карту зайти не могу. Да как он на меня загрелся вообще? Что, дурные, что ли? Я понял. Ладно. Пошел я тогда. О, вот там вот есть полезная для меня вещичка. Тихо. 500 клавиш нажал только что. Так. Да, ну ты понимаешь. Ну не конь, а чудо просто. Меня убьют быстрее. Хорошо, будем про... Так мы такого парня знаем. Мы такого парня встречали. Я понял. Так слушай, у тебя хорошее зрение. Ты меня откуда увидел-то? Нифига себе. Понял. Мы такого на третьем уровне, да? Если я не ошибаюсь, реки встретили. Вроде бы, да. Ну почти, да. Это было близко. Ну почти. Хорошие тут мятежники, как бы. Она говорит, там эти парни-то бунт подняли. Помоги отцу. Ну, парни, я тебе скажу, неплохие. Парни вообще молодцы. Да ты перестань в меня стрелять. Ну чё ты в меня стреляешь-то? Все, успокоился. Молодец. Ха, класс. Так, это лифт наверх. Большая локация или нет? Вот в чем вопрос. Столько мечей лежит, а взять ничего не могу. Вон там драконья пушка, я бы не отказался. Прикольная вещь. Так, ладно, погнали. Я так понимаю, здесь и босс же нас ждет, наверное.
Надо харю себе поменять. Что-то я слишком смуглый. Так, ну окей. Ну, здравствуйте. Добро пожаловать. Не, ну... Слуги у них странные. Я вам вот что хочу сказать. Такие себе у них слуги. Это что вообще? Это даже не люди. Я в шоке. Ну чё, я тут с волками буду драться. Пошли. Пошли! Хули вы? Их тут много. А, ну они нормальные, слушай. Они кому-то тут молятся или что-то в этом духе. Я надеюсь, не дракону. Будет неинтересно. Во, заагрились, смотри. Работают. Я думал, они уже все, они... Сектанты. Эй, да ты отстань теперь от меня хоть. А у меня там мана кончилась. Вот ты понял? Ты понял, мана кончилась. А волки где? А чё, все, волки наигрались? Я понял. Это охрененно. А, не, волки еще живы. Ну так волки, а чё, мы что-то делать будем? Время быстрой магии. Вот так вот. Тихо, 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 хорошо. Хорошо. Да иди нахер. Отвянь от меня. Вот дебилы. Вот дебилы. Ладно, надо себе пару флях поставить, потому что у меня нету флях на хил. Тяжеловато. Без фляжек на хил тяжеловато. Волки что-то не особо и помогли. Надо было более аккуратно дальше играть, а то прям заигрался я тут в бога. Смотрю, слишком легко, они не атакуют. Давай, да, давай, нападем. Так, ну вот так вот, так будет достаточно. Ну пошли еще раз наверх. Ой, покатаемся сейчас, я смотрю. Лифт? Будет, нет? А, будет. Вроде там не так и высоко. Вроде как подымался я быстрее. Так, ну что, давай, дубль 2. А у меня тут рун, по-моему, уж не было. 574 нафармили. Они, кстати, очень быстрые. Это вот большая проблема. Опять-таки, они быстрые. Но с той магией, кстати, нормально. Хорошо. Не загрелись, да? Нормально? Вроде нормально. Так, на гиен я возьму вот это. Оно хотя бы их сбивает. Отлично. Тихо. Так, мне надо мана. Кончилось. Угу. Да ты будешь не... Он не атакует. Все, что такое? Ты дурак? Че он не атакует-то? Я в шоке.
Это будет босс. Вон там он спит. Я тебе зуб даю, это будет босс. Не, флягу пока не буду использовать. Пока просто исцеление. Хорошо. Шар. Обратно два пальца. Мана. Там какие-то шумы, там бой идет или что-то в этом духе. Так, ну тот загрелся, вижу. Хорошо. Понемногу сейчас повытаскиваем. Пока стараюсь без волков, потому что понимаю, что они еще нам пригодятся. Там осталось два. Вот этого, если бы убить. Было бы... Что тут лежит? Хорошо. А, там их еще три. Да, слушай, ни хрена себе. Тихо. Не знаю, я бы вот с бутылками, конечно, изменил немного меню. Не особо удобно. Но для меня, опять-таки. И чисто сугубо для меня не сильно удобное вот это меню с бутылками. 500 клавиш, много бутылок же ж. Так, пошли, пошли, пошли. Надо волкам помогать. Иди нахер, ублюдок. Я сказал, иди нахер. Вот так вот. Хорошо. Ну, там еще один остался, ребят. У нас еще есть задача. Нам еще есть над чем поработать. Я, кажется, знаю, кто это. Поэтому работы будет много. Давай, я надеюсь, что они будут просто его на себя триггерить. Тогда у меня есть шанс его со спины убивать. А волки, волки не работают, да? Я понял. Последняя банка. Да как можно было сейчас промазать? Ты издеваешься? Я в шоке. Мне бы хоть пару фляжек восстановили бы, и я бы мог дальше играть. Но я смотрю, они не спешат мне что-либо восстанавливать, это проблема. Ну все, парни, я вас отпускаю. Спасибо большое, вы мне помогли сейчас. Так, а как тлеющую бабочку получить? О, хорошо. Это все пригодится. Хорошо. Хорошо, хорошо. 10 еще костриков. Хорошо. Так, что здесь? Что это такое? Ничего. Хорошо. Так, ну получается, первичную локацию мы закончили. Здесь больше нету ничего, с чего можно... восстановиться. Это плохо. Как бы я бы хотел ХП восстановить. Ну, фляги. И мана, что более важно. А на ману у меня вообще ноль. Это проблема. Так, что тут? Кузнечный камень. Хорошо. Так, тут... Тут дальше враг у нас. Рубит, мелит, убивает. Но я его с одной тычки не убиваю никак. Вот невозможно. Так. Здесь все?
Тут лестница наверх, вижу. Ну, получается, дальше придется мне с копьем играть. Это печально, оно у меня не прокачано, у меня щита нету, брони нету. Вот тебе и минус получается, видишь? Получается, вот тебе и минус. Так, здесь никого, ничего не вижу. Вроде как все в порядке. Ой, ты где взялся здесь? Вот никого, ничего.